Всем привет! Сегодня в этом видео я покажу, как сделать цепочку. Вот такую вот цепочечку плетением коробочка, по-моему, она называется. Довольно распространенное, конечно, плетение, да, но выглядит очень даже неплохо. Да, в принципе, как любое плетение из колец, выглядит действительно реально круто. А вот такой вот сплел можно, ну, не знаю, использовать как для ключей цепочку или еще для чего-нибудь. Ну, можно просто любоваться, обвешать всю стенку дома и любоваться этой прекрасной цепочкой. Ну, короче, ближе к делу я покажу вам, как она вообще плетется. Стараюсь, как обычно, как можно более наглядно это все показать. Колечки, идите сюда. Начинается все довольно легко и просто. Как обычно, надо несколько сведенных колец, несколько раскрытых колец. Сколько я не помню, сейчас вот по ходу дела разберемся. Да, оказывается, вначале надо сделать пятерочку простую. То есть, как и для классического базового европейского плетения 4 в 1. Но не так все просто. Теперь надо взять еще одно открытое кольцо. И продеть во все вот эти вот 4 кольца. Хоп, хоп, хоп. И хоп. Твою мать. Главное, объектив не раскокать у камеры, и то это будет очень грустно. Опять придется геморроиться с этим с телефоном. Если не так неудобно снимать, то и качество там отстой. Чик. Так, что тут получается? Получается вот такая вот штука. Так. А дальше надо взять еще одно колечечко. О, отлично, у меня уже есть одно раскрыто. Так, наготове было вот держать. И что мы делаем с этой ерундой? Вот эти два кольца внешние раскрываем в разные стороны. Одно на эту сторону, чик. Другое на эту сторону. Всем видно? Ну вы кричите, если вдруг не видно. Так, вот так. Дальше что делаем? Остается еще вот эти два кольца. Одно из этих колец поднимаем вверх, другое опускаем вниз. Остается два кольца вот этих вот, которые были крайние здесь справа. И вот в эти как раз два кольца, в них надо продеть открытое кольцо. Чик. И чик.
продели. Закрыли. Ну и еще одно кольцо рядышком с ним. Где тут оно? Ага, вот оно. То есть продеваем в те же кольца, что и предыдущие. Вот так. Что получается? Ну вот, получается вот что. Такая вот штучка. Дальше. Вот к этим двум кольцам надо добавить еще два кольца. Ладно, закрытое, не будем трогать. Ну и тут такая же, получается такая же песня. Два крайние кольца, одно наверх, другое вниз, да, вниз. Эти кольца раздвигаем. И эти два кольца заправляем еще одно. Закрываем его. И еще одно. Так. Ну вот. Получилось уже такая маленькая цепочка уже, в общем-то, на что-то похоже. И если вот в том же духе продолжать, то есть добавлять кольца, то получается вот такая вот замечательная, шикарная, красивая, приятная на ощупь, прекрасно пахнущая свежим металлом цепочка. Надеюсь, что было достаточно понятно. Вот, пробуйте. Это довольно легко. Единственное, что с кольцами из такого, из металла кольчужного, с ними достаточно сложно работать, и для декоративных каких-то вещей они особо не годятся. Вот. Если вам видео понравилось, то ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если хотите еще посмотреть что-то похожее, потому что я буду регулярно вот показывать всякие такие плетения, декоративные в том числе. И надеюсь от вас услышать что-нибудь, какую-нибудь инфу в комментариях, обратную связь. А то такое ощущение, что, блин, меня смотрят какие-то немые люди без пальцев, которые могут только кликать, а писать вообще не умеют. Так что пишите в комментах, это было бы очень интересно вообще пообщаться с вами. Так что все, до новых встреч, всем пока и всем пока.